Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be... Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал и нашли время для просмотра видео. Сегодня будет легкий влог обо всем по чуть-чуть. Надеюсь, что вам будет интересно и приятного просмотра. Всем привет! Только что прибежала домой, заходила на Валберес и забрала свой заказ. Хочу вам показать. Во-первых, заказала свои любимые краски для волос. 4,54. Я беру вот такую Excellence. И она была на скидке, поэтому взяла аж целых 3. Также заказала маски. В этот раз решила заказать вот такие вот чисто белые. Мне кажется, что это красиво смотрится. Никакие цветные мне уже не нравятся. Раньше заказывала розовые. Ну и, соответственно, вот эти вот классические голубые, уже они тоже поднадоели. Также мужу заказала вторые черные маски. Вы знаете, я просто в шоке от Валберес, потому что первый, ну это от Валберес или от производителя, поставщика, в общем, первый раз у меня такое. Я всегда мужу заказываю черные маски, это уже не первый наш заказ, и первый раз мне пришло в таком виде. Я вам вставлю фотографию. Был разорван этот пакет, эти маски оттуда практически выпадали, даже нельзя, ну, быть уверенным, что там 100 штук этих масок. Да, понятно, эти маски не стерильные, но, по крайней мере, пока они ехали, я не знаю, где они валялись, чьи руки их брали, как их вообще передавали. Но, блин, неприятно, честно говоря. Ой, пожар, где-то пожар у нас поехала, пожарная. Нет, вам не покажу, она уже проехала. Представляете, что у нас творится около дома, девочки? Это просто кошмар какой-то, нас разрыли всю дорогу. Идет какой-то у нас ремонт, такой грандиозный ремонт нашей улицы. И вот уже на протяжении, наверное, 3 или 4 дней вот такие вот бульдозеры, экскаваторы роют нашу дорогу, разрывают вот эти ямы. Это просто жесть. Будут класть какие-то трубы. Уже трубы привезли. Мы больше всего боимся за вот эти деревья, что они у нас сейчас их как-то поломают, в общем, повредят. Вот. Ну, в общем, продолжаем. Возвращаемся к моему заказу. От черных масок мне пришлось отказаться. Буду заказывать еще раз. И заказала Ване очередные босоножки. Как-то в одном из своих видео я вам показывала, что я Ване заказываю Минимен. И вторая фирма, которую я тоже заказываю, это вот это Топибу. Эти босоножки, они более легкие. Сейчас я вам их поближе покажу. И они тоже полностью ортопедические. Не профилактические, а именно лечебные ортопедические. Вот так вот выглядит модель, которую в этот раз взяла. Здесь жесткая пятка, высокая пятка, каблучок, каблук Томаса, супинатор. И в этот раз я решила заказать именно на 3 липучках, чтобы вот эта вот часть, где подъем, она тоже получше держалась. Потому что когда 2 липучки, ну вернее 2 липучка всегда вот здесь где-то внизу, то вот эта часть, она ходит ходуном. А здесь все-таки сейчас летний период, они много будут гулять и на улице в том числе. Поэтому нужно, чтобы ножка была такая вот более, чтобы ножка была, в общем, более зафиксирована. Поэтому решила взять 3 липучками. Выбрала вот такую вот модельку коричневую. У нас первый раз будут коричневые босоножки. Всегда как-то у нас голубые, синие, синие с красным. Все натуральная кожа. Они стоят подешевле, чем Минимен. Вот эти вот, стоимость вот этих 2300, это 30 размер. А если размерчик поменьше, то они еще подешевле стоят. Да, слушайте, что-то у нас случилось. Надо посмотреть, сейчас будет в интернете. И вот эти, кстати, сейчас Топибу, там, видимо, обновление коллекции, завозят летние модели, очень много моделек пока еще есть на сайте. Покажу вам свой завтрак. Здесь у меня творог 5%, вместо сметаны я беру греческий йогурт, у меня Теос, также взяла небольшой кусочек банана, порезала, хочется уже чего-то такого свеженького, ягодок, но ягод у меня не оказалось, вчера вечером дети все съели. В качестве подсластителя беру вот такой сироп агавы, не добавляю сахар и просто сверху сейчас все полью. И также творог я очень люблю именно с сыром, поэтому нарезала себе сыр так вот тоненько, люблю именно тонко порезанный сыр, режу с помощью специальной сырорезки. И черный кофе. В общем, все, сейчас сажусь завтракать. Всем, кто завтракает или кушает вместе со мной, приятного аппетита. Best friend,
didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with. Чувствуя себя престарелым бабулятором, совершившим набег на аптеку, вчера вечером залезла в свою аптечку и даже пришлось составлять список для того, чтобы пойти в аптеку и все это купить. Покупаю либо Аквалор, либо Аквамарис, и если закладывает нос, то стараюсь не пользоваться сразу називинами, там, ринастопами и подобным, а стараюсь вот такие вот какие-нибудь средства легкие использовать. Также в этот раз взяла вот такой сироп, это мне девушка посоветовала. Это аналог сиропа у Омнитус против сухого кашля, и, в общем, решила попробовать. А против кашля с затрудненным отхождением мокроты я беру вот такой Кадиллак Бронхо с чабрецом. Он нам очень нравится и на самом деле очень помогает. Взяла физраствор 200 мл, большую бутылку. Это для ингаляции вани, потому что ингаляции нам помогают. Это Зиртек. Ну и дальше, знаете, такое, что вот всегда должно быть. Нурофен, именно экспресс, мне нравится против боли. Одна капсула, и действительно он мне очень хорошо помогает. Анаферон детский. Грамидин беру себе, люблю именно вот этот вот красный такой, он очень сильный, ядреный, он с антисептиком, но если вдруг начинает заболевать горло, тоже буквально одна таблетка. Парацетамол, оказывается, у меня закончился, поэтому взяла 3, на всякий случай пусть лежит. И, девчонки, взяла себе амагнерод, потому что я, в общем, сдала анализ, и у меня действительно оказалась нехватка магния, и при выборе между магнеротом и магнелис B6, магний B6, мне посоветовали все-таки выбрать магнерод, потому что там, да, не содержится вот этого витамина B6, но не столь важно при нехватке магния, насколько важно, чтобы магний, во-первых, был в форме достаточно быстро усваиваемой, как раз которая здесь. Но вот именно в магнероте есть такие составляющие, которые оказывают положительное влияние на сердце и на сосуды. Поэтому посоветовали взять именно магнерод. Да, и по стоимости, девчат, этого всего у меня получилось в одной аптеке 2032 рубля. И во второй аптеке я брала Зиртек, еще Нурофен, Анаферон и Парацетамол. Ну, Парацетамол там какие-то копейки. Анаферон, по-моему, что-то в районе 300 с чем-то рублей. Зиртек тоже 300 рублей, 700. В общем, около 1000 получилось еще во второй аптеке. Представляете? Сегодня, девчонки, хочу покрасить волосы, делаю я это сама дома, мне никто не помогает. Краску мою вы уже видели, я ее показывала в начале видео, и хочу вам показать, что внутри находится. Вот такой флакон-аппликатор с проявителем, также непосредственно тюбик с самой краской, маска для волос, кстати, потрясающая маска для волос. Если бы она продавалась отдельно, я бы обязательно покупала ее полноразмерную версию. Ну, конечно же, инструкция, перчатки. И совсем недавно производитель добавил в эту краску тюбик ухаживающего деликатного шампуня после окрашивания с мягким pH. Вы знаете, мне очень это нравится, потому что после окрашивания этот шампунь помогает освежить кожу головы, убрать остатки краски, и волосы себя чувствуют намного легче, они более струящиеся, более воздушные. Также в этой краске есть аппликатор-расческа, которую просто нужно одеть на тюбик уже смешанной краски, и можно с помощью него наносить на волосы. Но мне, честно говоря, так неудобно. Я всегда наношу кисточкой и расчесываю с помощью расчески. Так как я часто ношу распущенные волосы, у меня есть определенный пробор, на который я их расчесываю и укладываю, поэтому основную часть краски я всегда наношу именно на этот пробор. И далее я уже разношу постепенно краску по корням, потому что для меня в этот раз главной задачей является прокрасить именно корни волос. Я стараюсь это делать поэтапно, сначала с одной стороны, потом с другой стороны, и потом уже перехожу на заднюю сторону, заднюю часть головы, и прокрашиваю все там. Также я всегда использую свою резинку-пружинку, которой я потом буду завязывать части волос, чтобы прокрасить все остальное.
так вот постепенно я завязываю в пучки части волос, где я уже прокрасила проборы, и продолжаю красить дальше. Если мне нужно окрасить волосы полностью, то тогда первой краской, первым тюбиком я окрашиваю только корни, а уже второй тюбик я наношу на все волосы. И да, на мою длину, на мой объем волос мне нужно 2 тюбика краски для того, чтобы прокрасить полностью все волосы. Этого бывает многовато, но никуда не денешься. 1,5, к сожалению, здесь не смешаешь, поэтому приходится использовать 2 краски. Все, сейчас я окрасила все волосы, завязываю вот в такой вот пучок и беру сейчас ватный диск и обязательно прорабатываю всю кожу, очищаю от краски, потому что если оставить, то потом это будут такие красно-рыжие пятна. Поэтому ватным диском с помощью обычной теплой воды я все протираю. Далее одеваю шапочку и отправляюсь выдерживать краску. Ну и теперь покажу вам результат. Вот так у меня получилось все прокрасить. Это краска мне нравится тем, что она дает просто потрясающий перелив и очень хорошее окрашивание волос. Самое главное, что корни у меня окрашены, и теперь я могу абсолютно спокойно ходить по улице, не боясь, что люди увидят мою седину. Всем огромный привет! Мы сейчас приехали на квартиру. Вы знаете, я даже отвыкла от этого ощущения находиться здесь. Но мы уже потихонечку начинаем закупать всю мебель. И сейчас мы ждем, нам должны привезти 2 кровати детских из IKEA. Еще там кое-что я заказала для организации корзины. И 2 ящика под кровать. Заказала прямо в IKEA с доставкой. Нам все с доставкой, с заносом на этаж, с заносом в квартиру. Должно обойтись это в 2700. Это даже дешевле, чем нам привозили из нашего же города мешки с всяким цементом, ну вот этими всеми делами. Там доставка стоила 2000 рублей и занос, по-моему, около 1500 выходил. В общем, 3500 мы платили за доставку и занос примерно. Вот, и поэтому ждем, сейчас должны привезти, в общем, наши кроватки. Так, ну что, один матрас здесь. Посмотрите, как это классно упаковано. Матрасы я заказала Havok. Читала очень много, и вот эти матрасы самые оптимальные и по цене, и по качеству. И вот здесь расположились в зале. Мы просто матрас один принесли в ту комнату, потому что решили его развернуть, а потом передумали. Поэтому один матрас остался стоять здесь. Такой же, как и тот. Я заказала 2 одинаковых. Вот Havok. И, значит, вот эти 2 коробки. Вот эти 2 коробки – это кровати. И вот эта коробка – это ящики под кровать. Под одну пока заказала. И также, наконец-таки, я заказала вот эти вот салфетницы, потому что, когда я бываю в офлайн-магазине, я их просто там не вижу, они лежат только на образце, и купить их невозможно, их постоянно нет в наличии. Поэтому заказала. И еще вот таких вот 2 корзины. Это корзины для организации. Вот здесь у меня полностью весь заказ. Мы будем организовывать с вами кухню, потихонечку ее наполнять. Здесь уже стоит моя красавица, дожидается, когда я и до нее доберусь, потому что, видите, вот пока собирал, нам мастер тоже здесь немножко подгрязнил нам ее, она белая, поэтому придется мне ее почистить. И также хочу и матрас пропылесосить, и обязательно про кровать сниму для вас отдельное видео, потому что мне хочется поделиться, хочется рассказать вам, как я кровать выбирала, на что нужно обращать внимание. Мне кажется, что эта информация будет полезна. Девчонки, всем привет! Сегодня у нас продуктовая закупка. Заезжали в линию, целых 3 пакета накупили. Сейчас разберу и вам покажу. Одним заходом вряд ли получится, поэтому сейчас покажу вам сначала первую часть, потом вторую, но это основное. Взяла вот такой вот тесс, взяла 2 упаковки, потому что он был на скидке по 55 рублей, именно версия Цейлон. Мне очень нравится, это обычный черный чай, но он достаточно крепкий, не остается такого черного налета на чашках, и также здесь пакетики, каждый пакетик в своей упаковке. Будем пробовать вот такое молоко, 3,2 масловка,
не знаю, не первый раз взяли, попробуем. Очень нравятся мне вот такие вот семейные завтраки. Слобода, это, по-моему, йогурт, не творожок. Также попробовать взяла вот такую новинку, какие-то слобода десерт, и здесь с цитроном и маскарпоне. Но я так понимаю, что это будет лимонный вкус, это нежно-творожный десерт. А также лимонные дольки взяла, там были еще апельсиновые, но лимонные были на скидке. Вообще, честно говоря, в линии именно мармелад, зефир, пастила как-то достаточно дорого стоит, поэтому я всегда беру там, если то на скидках. Взяла вот такие две бабаевские шоколадки, мои любимые, именно с помадно-сливочной начинкой, и были они по 19 рублей. Взяла вот такие хлебцы с отрубями, они, кстати, вот если присмотреться, здесь сильно отрубей этих не видно. Вкусненькие, мне понравились, я люблю их утром с сыром, с кофе, такой на завтрак. Фруктовый сад, огромную большую коробку, 84 рубля она стоила, Рич был на скидке, взяла яблочный, взяла именно для Вани, чтобы он пил не эти маленькие коробочки, а уже будем наливать ему вот из такого. Также первый раз буду пробовать кофе Амбассадор, взяла в зернах, здесь какой-то платинум, арабика супрема, 100% арабика, производство это, конечно, российское, по-моему, Владимирская область, но он был тоже на скидке, 179 рублей, поэтому решила взять. Вафельки, это для Вани. Такую вот колбасу взяла, это докторская по-стародворски, именно вот в этой вот темно-бордовой упаковке. У них есть еще другая упаковка, но мне вот эта вареная колбаса больше всего нравится. Так, и второй заход покупок. Взяли макарошки, очень любим вот эти ракушки, и вообще вот шебекинские, наши любимые макароны, но сейчас все макароны подорожали, уже 59 рублей. Эта упаковка стоит, а Макфа в этот раз была на скидке, чуть подешевле, по-моему, что-то около 50 рублей, тоже вот эти ракушки, но они больше развариваются, их надо просто поменьше варить. Также взяла обычную муку, беру всегда маленькую упаковку килограммовую, потому что пересыпаю в другой контейнер, и мне, честно говоря, нравится всегда муку покупать посвежее. Люблю именно вот эту французскую штучку, из нее получается пышная выпечка, и также взяла себе овсяную, и печенье из нее можно спечь, и оладушки утром я люблю такие ПП, знаете, делать. И взяла два пемолюкса, тоже они были по акции, второй за полцены, получились они у меня по 30 рублей, взяла именно яблочный аромат, там был еще лимон, но как-то очень ядреный лимон, и вот этот морское яблоко мне нравится. Ветку бананов, бананы там, кстати, не дешевые, здесь у меня не вижу полностью, цена 125 рублей, а здесь килограмм 130. Также взяла мандарины, именно марокканские, они по 99 рублей килограмм, и вот на 78,50 у меня получилось. И еще взяли два больших мешка картошки. Ну вот, где-то весь чек у меня обошелся примерно в 2800, сейчас подпишу на экране, потому что так не помню, но что-то до 3000. А еще, девчонки, забыла вам показать, я взяла вот такой агроперлит. Я на самом деле обыскала все магазины в округе, не могла его найти. Это именно такое средство, которое оптимизирует водно-воздушный баланс в растениях, особенно при пересадке. Очень хорошо насыпать сначала керамзит, потом вот слой такого перлита и уже потом землю. Мой день подходит к концу, и сегодня я решила попробовать составить меню для всей своей семьи на следующую неделю. Я открываю, конечно же, интернет, только он нам в помощь, и начинаю записывать какие-то рецепты. Вы знаете, очень сложно брать уже готовые меню из интернета, потому что в каждой семье существуют свои какие-то обычаи, привычки. Кто-то любит какие-то продукты, кто-то не очень, кто-то что-то ест. Я стараюсь сейчас следить за своим питанием. Моя вся остальная семья ест простую, обычную пищу. Поэтому, в общем, попробую. Не знаю, насколько у меня, девчонки, получится. Очень хочу себе привить такую привычку составлять меню на неделю, потому что мне кажется, что это очень облегчает и быт хозяйки, и также освобождает время. На этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, что это видео вам понравилось, вам со мной было не скучно. Если это так, то не забывайте поддержать меня пальчиком вверх, и увидимся совсем скоро в новых видео. Все, всем пока-пока!